Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Fallout Shelter. Так, забрали. Крышки тоже забираем, естественно. И еще один новый житель у нас появляется в нашем убежище. И это девушка Джуди Харди. Понятно. Так, этих ребят надо забирать. Так, подождите, не этих и не этих. Давайте-ка соберем все. Так, специалист по выживанию, у нас открыто новое достижение. Замечательно. Так, давай, Джуди, заходи сюда. Будем тебя потом одевать, наряжать, чтобы у тебя было все на мази. Так, у нас сделалась винтовочка. Второй уровень получает у нас персонаж. Здесь какой уровень? Да елки-палки, восьмой, отлично. Так, энергия, с энергией опять у нас какие-то рамзули. И все, по-моему, здесь мы с вами все сделали. Давайте, наверное, закажем с вами какой-нибудь костюмчик. А вот какой только надо выбрать. Естественно, будем с вами брать редкий. Так, это нам все не нужно, не нужно. Я даже не знаю, какой, честно говоря, нам бы пригодился. Ну, не купальный костюм, это точно. Прочная металлическая броня S3L2. Или же прочная боевая броня. Что, ребят, скажете? Остальное все, по-моему, фуфло. Так, а тут даже не открыто еще. Ой, ну и задачка. Слушайте, я, наверное, все-таки буду делать броню. Вот эту вот, прочную, скорее всего. Давайте прочную металлическую броню сделаем. Все, 8 часов будет делать неплохо, да? По времени довольно долго получается. Так, бутылок у нас, к сожалению, 0. Так, здесь мы приоткрываем все и будем делать себе какое-нибудь ружьишко. Так. Слушайте, а может быть нам с вами сделать карабин института? Так, это не годится. Здесь что у нас еще есть такое хорошенькое? Чувствительный гладкоствольный пистолет. Выглядит довольно неплохо, но мы его не будем с вами делать. Давайте все-таки, скорее всего, мы... Так, 14-15. Ёлки-палки, нет. Давайте, наверное, вот все-таки возбужденный карабин института. 15-18 у него дамага. Кому-нибудь потом все-таки его поставим, и будет у нас нормально. Если не ошибаюсь, это вроде бы как гранатомет у нас идет. Так, ну что, Джуди, надо тебе что-то поставить в руки. Винтовку я тебе давать не буду. Гаусса тоже как бы не хотелось. Давай так тогда сделаем. И... костюмчик. Давайте, наверное... У меня склоняется такая идея к Санта-Клаусу. Костюм Санта-Клауса на детей. Да, скорее всего, мы его и наденем, потому что лучшего у нас пока ничего я не вижу здесь. Костюм эльфа не хочу, а вот Санта-Клауса пускай будет. Все, она у нас приодета. В каком-то фартучке там бегает. Оу, а это еще кто у нас тут явился? Рейдеры. Ага, 3 штучки. Ну что же, хорошо, давайте с ними разберемся, а потом, наверное, мы отправимся выполнять с вами миссии. Так, что у нас здесь есть? Выдать 7 жителям оружие, штурмовую винтовку. Пережить ряд атак. Понятно, и здесь сделать, чтобы станцевало 10 пар жителей. Ага, в жилых комнатах. Понятненько. Ну, можно, в принципе, это сделать. Так вот, рейдеры прорвались. Сейчас мы их будем кумарить. Давайте, наверное, подхилимся маленько. Смотрите, они у нас и отравленные, причем и мало хп. Все, замечательно. Так, один уже, смотрю, там взгрустнул. Всего один рейдер остался. Быстро-быстро мы их разобрали. Давайте, наверное, мы поставим... Есть что-нибудь покруче-то у нас? Во! Винтовку Гаусса можем влепить, да? Хотя, в принципе, ребята, это не актуально. Они у нас так пока справятся. Все, последний рейдер упал у нас. Так, давайте-ка мы его, наверное, залутаем сейчас. С него должны быть крышки. Оу, чертеж. Хорошо. А у этого? А у этого крышки оказались. Так, забираем еду. Ну и, в принципе, наверное, все, ребята. Здесь у нас окончательно завершено все. Так, кстати, вот этого чувачка давайте-ка мы вот сюда поставим. Пускай они у нас плодятся. Надо еще кого-нибудь взять. Кого взять? Где нам взять барышню? Откуда бы ее стырить?
А может быть, с медицины взять? Давайте-ка возьмем, наверное, отсюда, ребят. Замечательно. И еще одну. Так, давай-ка, иди туда. Так, три девушки, да, будут? Это значит, три раза они станцуют, и у нас появится три ребенка. Это будет у нас 61 житель. Хорошо. Давайте посмотрим, что у нас есть за задание здесь. Так, я смотрю, испытание, игровое шоу. Переноска, кстати, нам будет доступна, если мы пройдем. Так, давайте-ка мы определимся вначале, кто у нас туда побежит. Так, это у нас Роберт будет первым. Потом будет, наверное... А где вообще все мои бойцы? Я что-то не могу понять. Так, подожди-ка. Лукас? Нет, по-моему, не он. Так, Чарли вроде бы. Так, хорошо, вот пускай будет Чарли. Надо будет ему оружие поменять сейчас. Вот, Гаусса поставим. И третий у нас будет... Блин, я не помню, ребята. Кто у меня еще из вояк остался? Давайте-ка, наверное, мы посмотрим для начала. Кто тут у нас остался-то вообще? Так, где? Так, 13 уровень здесь. Да где же вы все у меня, а? Так, собаку. Собаку, кстати, тоже надо будет забрать и поставить нашему герою. Но не этому, естественно. Так, один, я смотрю, вот здесь вот бродит. Так, это у нас Роберт. Остальные-то где? Я не могу понять. У меня было три бригады. Так, а вот этому можно под... О, давайте поставим ему счастье. 33%. Отлично. Так, а вот здесь надо будет собачку снять для начала. Так, давайте его оставим вот так вот. Без пса. Так, и где же вы все мои родные вояки, а? Рейдеры вы мои неугомонные. Давайте сюда поставим. Время обучения минус 8%. Пускай быстрее развивается, это нам только на руку будет. Так, давайте-ка выбираем с вами опять же игровое испытание. И погнали. Так, Чарли. Дальше у нас будет этот, как его, Роберт. И третий, ну, давайте будем смотреть тогда по уровню, наверное. Уровень Лукаса 46. Угу, неплохо, я думаю, что если его взять с собой, да? Да, наверное, нам придется все-таки взять его. Он самый большой по левелу. И думаю, что от него, наверное, будет больше толку, чем от этих всех 14-15 уровней. Все, шикарно. Так, давайте отправим их на задание. Так, смотрите-ка, у нас уже станцевала одна пара, то есть... Да, то бишь скоро уже они пойдут по своим делам, и у нас потом появится ребенок. А мы пока приступаем с вами к очередному заданию, которое называется как... Что-то там с тараканами связано, по-моему. А, сбежавший рат-таракан. Убить светящуюся королеву рат-тараканов. Ну, это мы сейчас с вами быстренько сделаем. Давайте-ка мы глянем, что у нас тут за карта. Большая или маленькая? Ну, не очень большая, приличная, короче. Ладно, давайте-ка. У тебя сэндвич есть? Да, у него полный карман сэндвича. Оу, слава богу, кто-то пришел. Какие-то вооруженные люди ворвались сюда и забрали все наши антирадиационные костюмы. А затем они выпустили всех наших рат-тараканов, в том числе их светящуюся матку. Так, и вы предлагаете, чтобы я ее зачистил. В лаборатории еще остались люди, пожалуйста, спасите их. Ну, это для меня расплюнуть. Какой бы нам с вами выбрать, ребятушки, ответ? А? Может быть, взять... Давайте мы возьмем, знаете, какой? Вы знаете, куда ушли воры? Вот, четвертый. Что они нам на это ответят? Нет, извините, они исчезли в пустоши. Как? Простите за каламбур. Как рат-тараканы. Спасти первую группу ученых. Ага, значит, здесь будет несколько групп. Ладно, ребята, давайте тогда спасать остальных. Сюда пошли. Так, давайте здесь глянем. Смотрите-ка, тишина. Мне это уже начинает не нравиться, потому что стопудово что-нибудь здесь такое будет. Из ряда вон выходящий. И здесь тишина, смотрите, ни тараканов, никого. Достаем пистолет с вами. Так, пробегаем далее и смотрим. Опять тишь да благодать. Костюм бомжа. Мы с вами забрали. Так, а здесь что у нас лежит? Часы. Ага, а вот ребята недолго себя заставили ждать эти маленькие тараканчики, с которыми мы, в принципе, очень быстро и легко разбираемся, как вы видите. Так, замечательно, что у нас тут опять револьвер какой-то. И опять часы. Хлам, значит, достается нам. Поехали выше.
Нам нужно здесь облазить все комнатки. Так, и смотрите-ка, здесь ни одного таракана нету. Так, не забываем, что здесь у нас будет светящийся рат-таракан, то бишь матка ихняя. Надо будет ее как можно быстрее заколбасить. И, в принципе, миссия на этом будет выполнена, я так понимаю. Хотя мы еще должны здесь спасти ученых. Так, замечательно. О, одна ядеркола нам достается, это очень хорошо. Мое, мое, мое. Конечно, твое. Давай, поехали дальше, наверх. Так, что у нас здесь? Так, увеличительное стекло, ладно. Пригодится, как хлам пойдет. Ну что ж, давайте тогда передвигаться с вами на следующий этаж. Здесь у нас стимпаки. Поехали. Осталось, в принципе, два этажа, по-моему, если не ошибаюсь, и пройти. Превосходно, мы спасены, а эти негодяи еще здесь? Какие именно? А, про бандитов же они, про рейдеров говорят. Они называли себя очумелыми и все твердили: блаженные облученные. Это в плане про себя они? Чума, очумелые. Похоже, над названием они долго не думали, но это уж точно, потому что название самое нелепое. Вы уже убили матку рат тараканов? Нет, она все еще в этом здании. Да, мы с ней разобрались, неважно, что с этой чумой. Это же один из четырех всадников. Давайте вот это, наверное, возьмем первое. Нет, она еще в этом здании. О боже, пока она жива, мы не сможем загнать остальных в клетки. А почему? Ха, вторая группа ученых у нас спасена. Грязь мне уже под кожу просачивается. Так, и черчеж мы достаем. Так, вот, ребята, опять мелкие тараканчики у нас, которых мы сейчас быстренько разбираем. И идем еще выше. Нет, ребята, я ошибся, у нас, по-моему, еще два этажа там будет. Так, ну-ка. Все, здесь ничего нам не оставили, гаденыши, а? Посмотри. А может быть даже и три этажа. Так, последняя троечка здесь у нас тараканов. Ладно, сейчас мы с ними разберемся. Ну давайте, стреляйте, елки-палки. Вы должны у меня их с одного удара валить, а не по 2-3 раза стрелять, ё-моё. Вроде ребята уже прокачанные. По-моему, за нами кто-то наблюдает. Да, ребята, за вами наблюдает, смотрите, то есть я. Так, ребятушки, нет, вот он, последний этаж у нас здесь. И где-то должна быть здесь матка у нас быть. Сейчас мы ее здесь грохнем, и, в принципе, задание на этом будет выполнено. Мы со спокойной душой пойдем с вами выполнять следующую очередную миссию. Так, все, забираем здесь. Ага, черчеж, отлично просто, и вентилятор, это хлам. Ну, я надеюсь, ты здесь? Ну же, шагай вперед, а то проиграешь. Нет, ребята, никто нигде не проиграет. Вот она, последняя комнатка заветная, да? Так и есть. Ха-ха, ну что ж, давайте ее прикончим. Удановатная. Смотрите, что происходит. Даже без своих, как говорится, помощников тараканчик вышел. Да, да, не очень, конечно, много чего мы получили. Все, ребята, 550 крыжек, и можно отсюда смело сваливать. Побежали. Так, у нас, напомню, по-моему, нет ни одной колы. А здесь мы одну бутылочку вроде бы все-таки нашли. Но ее мы не можем использовать до тех пор, пока не прибежим к себе на базу. Так, дойти мгновенно не получится? Нет, не получается, ребята. Ладно, фиг с ним, пускай тогда бегут своим ходом. Так, ратпаки у нас сделались, еда собрана. Так, уровень какой у тебя? 8-й. Это, кстати, якобы мой сын, Джек. Смотрите, сын смотрителя, Джек, которого мы спасали с вами с мясокомбината. Нам бы, ребятушки, с вами как-нибудь получить еще двух жителей, чтобы у нас стало их 60. Хотя, в принципе, это не так уж долго осталось и ждать. Так, смотрите-ка, тот довольный у нас выбежал в жилой комнате. Ладно, ой, что-то не то, ребята, сделал. Куда ты побежал? Давай обратно иди в комнату. Эй, ведущий радиостанции, а ну-ка вернись обратно на свой пост. Я нечаянно тебя отсюда выгнал. Просто случайно. Ну что, ребят, давайте тогда мы, наверное, уже будем приступать к очередной миссии. Называется у нас «Специальные специи», что ли? Я что-то не успел прочитать. Сейчас увидим. Да, ребят, специальные специи, добыть их надо нам. Вот так вот. А для чего? Видимо, мы захотели что-то у себя на базе приготовить вкусненькое, да? Надоела нам пресная пища и решили выйти за специями. С кем мы здесь будем драться? Ой, вы посмотрите, здесь у нас крысы. Замаринуем их. Да-да-да, вот, кстати, об этом я уже давным-давно вам говорил. У вас же нехватка с продовольствием. Почему бы вам уже не начать мариновать вот этих крыс?
кротов и потихоньку их употреблять в свой рацион. Хотя они, наверное, противные, невкусные. Все-таки это же радиация на них повлияла так, что они так выросли. Так что я думаю, это не хороший вариант. Ну и помойка, да, это точно. Ух ты, здесь у нас и рейдеры еще при этом оказываются. Это хорошо, мы здесь, значит, с вами полутаем крышечки. Крышки мне нужны. Особенно я как подумаю насчет парикмахерской, да, за 50 тысяч крышек можно ее прапать, чтобы изменять моим жителям эмоции, выражение лица. Так, ладушки, все отлично, здесь мы забрали. Так, что у нас тут? Ага, понятно, опять же у нас хлам. И крышки, вот они наконец-то у нас пошли. 428 крышек, заходите, дайте я лутану этого рейдера. Все, шикарно, продвигаемся с вами дальше. Ну что такое, теперь будут в каждой комнате у нас эти кроты появляться? Меня больше интересует вот эта вот коробочка, чем эти крысы, если честно. Так, двоечка готова, и последний остался у нас. Слушайте, я не понял, ничего, меня заражает радиация, или у меня девочка уже была заражена, сюда пришла? Странно, класс. Да, класс, это, конечно, хорошо, но... Раз, два, три, три этажа еще у нас, ё-моё. Так, где же мы можем с вами найти эти специи? Если здесь... О, здесь и босяра еще есть. А вдруг специи именно у него? Давайте-ка по-быстренькому разберем их. Проще пареной репы, кричит мой житель. Да я вижу, как проще пареной репы. Вы даже завалить не можете. По три часа бухтите здесь. Хотя, ребятушки, эти у меня прокачаны довольно серьезно. Ну, так, ничего нету. И дали нам лазерный пистолет, который нафиг мне сейчас не нужен. Это нам пригодится. И смотрите-ка, как ни странно, здесь тихо очень. Так, кожа брахмы получили. Продвигаемся. В принципе, второй этаж мы довольно быстро с вами пробежали. Ух ты, тараканчики, давненько я вас не видел. Поздоровайтесь с своими стволами. Ну, давай, 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 стреляй. Слушайте, ребята, вот эта вот девушка у меня в силовой броне, ее же звать Джуди, да? А также сегодня к нам пришел новый житель, эта девушка, ее тоже звать Джуди. Получается, у нас два жителя под одним и тем же именем. Ладно, хорошо, главное не путаться. И у нас тут рейдеры. Соль, то есть стой. Базилик, розмарин, задайте им перцу. Если шевельнутся, нашпигуйте их пулями. Какой-то юмор у вас кислый. Так, давайте, наверное, первое. Это все? Нет, орегано вас побери. Оригато, ёпарас, это, а не орегано. Хотя, фиг знает, может быть, это у них какое-нибудь блюдо. Хотя, оригато это, по-моему, тоже, если не ошибаюсь, означает спасибо. Что-то не в тему было сказано, конечно. Ладно, давайте. Наверняка у босса будет специя, стопудово говорю. Сейчас проверим, или в этой комнате, по крайней мере. Убить главаря рейдеров. Все, ребятушки, вот мы якобы и получили. Тут просто залежи бактерий. Ну, естественно, если мы бегаем, как ты сказал изначально, по какой-то свалке, то почему бы здесь не быть кучей бактерий? Сожрем их без соли. Нет, ребят, без соли мы их жрать не будем. Они противные, гадкие и мерзкие. Я не хочу, чтобы у меня тут поотравлялись все кедри и нефени. Давай вот быстренько просто их разберем. Сбегаем на третий этаж, зачистим его и побежим уже к себе на базу. Единственное, ребята, знаете, что жалко? Что у меня нету квантовой колы. И всем моим ребятам придется бежать домой своим ходом. То есть мы не сможем никого отправить в этой серии в очередной рейд. Вот это меня немножко расстраивает. А в следующей серии, когда мы будем снимать это, получится, они, наверное, только у нас прибегут. Ну, сразу мы их отправим. Хотя толку от этого, да? Я их отправлю, и опять же нету колы, чтобы они смогли у меня быстренько добежать. Ладно, мы там уже потом разберемся, что нам делать. Может быть, там какие-нибудь другие заварушки у нас будут. Так что не будем особо расстраиваться. Так, заходим сюда, и что мы здесь видим? И видим здесь... Ага. Кротов, опять же, мутированных. И здесь у нас два чемоданчика лежит. Сейчас мы их лутанем. Дали бы мне здесь колы, хотя бы штучки три. И давненько к нам, кстати, крышка с бутылкой не заходили. Вы это не заметили? Вот я заметил. Так, мне обещали приключения. Оу, еще рейдеры. Ну что же, привет, красавцы, давайте поговорим. Ёлы-палы, да это легавые.
пришли за нашей заначкой, нарки. Мы ее так просто не отдадим. О чем вы? Ребята, у меня вот первое, вот, знаете, понятия не имею, о чем вы, действительно. Какие нарки? Ну-ну, не верите? Ладно, ребята, тогда пора вам потерять головы, как вы говорите, в своей любимой викторине. Так, ну что ж, давайте разберем. Босса здесь нет у нас, как мы видим, здесь просто обычные рейдеры. Ну, падает уже хламон. Трясутся за свои эти барыши, да? Оу, ребят, смотрите, фартануло как. Две ядер колы получили, и мы с вами прошли миссию. Кто лучшие? Мы лучшие! Да, рестлер, особенно ты. Ты у нас самый лучший. Оу, крыжик довольно неплохо мы здесь лутанули. Смотрите, почти 5000, это хорошо. И, я так понимаю, это последние смертники у нас здесь. Сейчас мы с ними разберемся. Так, кританем немножко. Главное, что он упал, остальное не важно. Отлично, здесь забомбили. И здесь тоже. Что нам дадут? Вкусненького здесь, пистолетик. Стимпак, 44 уровень. И крыжик. Все, 5000 набрали. Это наверняка пригодится. Так, ребята, здесь мы с вами закончили все. И давайте возвращаться уже к себе в убежище. У нас, кстати, один фрагмент чертежа. Хотелось бы, чтобы это был именно тот самый последний, которого нам не хватает. Я бы тогда бы сделал бы себе другую немножко комнату. Так, дойти мгновенно. Дойти мгновенно не получится, потому что нет у нас колы, ребята. Да, печалька, конечно. Пускай тогда они бегут у нас, опять же, сами по себе. И я даже не знаю, что нам сейчас и делать. По-моему, больше никого нету. Отправить мы не можем. Все бегут обратно. И это получается, что пока они у нас добегут, это нужно какое-то определенное количество времени. А там у нас время в часах все упирается. Но мы же не будем с вами 2 часа смотреть, как здесь у нас происходит. Кстати, смотрите, в жилой комнате уже 2 беременные девушки. Так что я думаю, что в следующей серии, скорее всего, у нас появятся малыши. И это хорошо. У нас будет 60 жителей, а соответственно... Да, видите, ребята, 23 часа, тут 21 минута, но все равно долго, 32 минуты. Эх-ха-ха-ха, как же нам немножко не повезло-то с колой. Ну так вот, я и говорю, что 2 жителя у нас новых появится, и, соответственно, мы с вами перейдем к какой-то новой постройке. Мы ее, естественно, сразу же себе влепим. И надо будет уже, наверное, думать про электростанцию дополнительную, а, соответственно, для этого нам нужны будут электрики. Надо будет раскачивать или кого-то посылать. Потому что с едой у нас вроде бы нормуль, с водой тоже как бы нет таких перепадов, а вот с электричеством, к сожалению, есть. Прапать, я смотрю, мы пока с вами ничего не можем. Здесь нужно 75 жителей, чтобы прапать. Оружейный центр тоже не можем, к сожалению. Парикмахерская слишком дорого, 50 тысяч крышек. Ну что такое, нападение диких гулей. Ага, опять бравые ребятушки бегут, смертнички наши. Ладно, давайте, наверное, мы здесь кое-что... А у нас нет ничего хорошего, чтобы мы могли поставить. Ладно, я думаю, что и так справятся они. Но, гули-охламоны, пора вам вкусить дроби. Сколько их там осталось, я уже что-то не вижу. Да, по-моему, не так уж и много. Так, двухствольный дробовик держи. Так, у нас там было выдать 7 жителям оружие, да? Но почему-то ничего не меняется абсолютно, смотрите. Да кто ж там так орёт-то у меня, как сумасшедший, а? Все что ли? Быстро разобрались. 17-й левел у персонажа. Так, надо ей поменять. 4-5 это не дело, ребята. Это уже древнее оружие, пора его вообще на свалку отправлять. Кто еще у нас достоин носить хорошее оружие, а, ребята? На нижние этажи невыгодно стоять, потому что обычно до туда они не успевают добежать. Так, что у тебя? 8-13, ну это довольно неплохое оружие, я считаю. 4 уровень, 10, отлично, растут мои ребята. Так, а у тебя? Нет, у тебя отличная винтовка стоит, снайперская. Так, а у тебя что? О, вообще нет ничего. Это как это так? Мое упущение, ребята. 8-11, да, наверное, поставим? Да, давайте, наверное, вот эту вот усиленную винтовочку мы влепим. Все, шикарно. Так, а у тебя 6-7, обрез. Но такое оружие меня тоже не устраивает. Вот это будешь у меня носить. Штурмовую винтовку. И к тому же, в принципе, нам и нужно по заданию выдавать им штурмовые винтовки. Но у меня их не так уж и много, поэтому
делать их, что ли? Нет, мы их лучше как-нибудь с вами налутаем потом и всем растаем. Главное выполнить это задание, а потом можно поставить обычные, которые у нас до этого и стояли. Носи на здоровье. Так, осталось всего лишь 3 винтовки. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте тогда на этой ноте я буду завершать видео. Всем большое спасибо за просмотр. С вас лайкусик за видусик, и мы с вами увидимся уже в следующей серии и продолжим проходить эту игру. Ну а на этом все. Всем пока, до скорого и удачи вам, ребята.